Рад приветствовать, уважаемые. Продолжаем снимать обзоры на еду, напитки и спортивное питание. И у нас сегодня рубрика «Спортивное питание. Протеиновые батончики». Новая фирма, ну как новая, она уже давно на рынке. Новые батончики, так сказать, от фирмы Geon Sport Nutrition. Называются они Ideal Bar. Идеальный батончик вот такой. Вкус у нас тутти-фрутти. Такой вот дизайн. Они очень дешевые. Очень дешевые, подозреваю, что у них, значит, некачественный состав и содержание белков, жиров, углеводов. Смотрите, ребята, стоит 12 таких вот батончиков в коробочке, 500 рублей, то есть это очень дешево. Условно говоря, один батончик меньше 50 рублей. Так, давайте посмотрим, тутти-фрутти, вот такой небольшой, один батончик у нас 35 грамм. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Батончик. Так, сейчас у нас фокус поймается. Так вот. Батончик глазированный, нуга со вкусом тутти-фрутти. 35 грамм. Вот, изготовили Geon. geonlab.ru. Изготовлено в Москве, городе Зеленоград. Ну что ж, понятно. Давайте посмотрим. Теперь содержание белков, жиров, углеводов и состав. Очень интересует. Итак, энергетическая ценность. Так, один на один батончик у нас показано, да? Очень вредно, я вам скажу. А нет, смотрите, один содержание на 100 грамм продукта, то есть на батончик. То есть, по сути, на 3 батончика почти. На 100 грамм продукта 405 килокалорий, 21 грамм белка, 49 грамм углей и 17 грамм жиров. Вот. В общем-то, очень калорийно. И получается, что, ну, не особо полезно. Ну, в принципе, нормально. Давайте посмотрим состав. Итак, состав у нас ходит. Так, сейчас у нас поймается. Смесь белковая, концентрат молочного белка, коллаген гидролизированный, изоляцию белка, яичный белок, потока, сахар, песок, кондитерский жир. Что? Кондитерский жир? Лол. Масло рафинированное, дезодорированное, пальмовое масло. Ой, как все плохо. Подсолнечное, антиокислители, аскорбиновая кислота, альфа. Токоферол, влагоудерживающий агент, сорбитный сироп, эмульгаторы, моно- и диглицериды, жирных кислот, лецитин соевый, соль, ароматизатор, глазурь, сахар, заменитель какао-масла, какао-порошок, эмульгатор, лецитин, соевый, ароматизатор, ванилин. В общем-то, состав совсем не спортивный, много всякой ерунды химической. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит данное чудо, 35 грамм. Вот так вот оно выглядит. Ну, давайте попробуем. Напоминает мне обычные конфеты, ребята, по вкусу. Такие дешевые, знаете, на россыпь. С фруктовой начинкой. Ну, что это такое? Ну, совсем не напоминает мне консистенцию и вкус белковых батончиков. Совсем. Легко жрется, вот начинка реально это фруктовая. Так, в конфете. Шоколад тоже. Ну, в общем-то, не ахти. Хотя, с другой стороны, чего ожидать за такую цену? Глупо. Глупо. Ну, в принципе, неплохо. По вкусу примерно 2-3 балла. Вот. По пользе примерно так же. Балла 2-3. Учитывая состав. Даже 1-2. Вот. Так что, расстроен, хотя дешево, я понимаю, но все же. По крайней мере, это лучше Твикса, Марса и прочей фигни, если сравнивать, да. Но то намного вкуснее. Кому можно порекомендовать данный продукт? Категории, которые либо набирают массу, либо очень много сжигают килокалорий. Бег, единоборство любые, там, бокс, борьба, да что угодно. Конечно, им без проблем это можно подъедать. Люди, которые там занимаются просто тренажерным залом, фитнесом,
ну или теми же, что я назвал, но в маленькой нагрузке, конечно, это будет лишнее. Вот. Что могу сказать? Вот у меня завалялся тут мой один из любимых батончиков от фирмы Iron Man. Протеин бар вот такой, да? Кокосовый. Он у меня, по-моему, тоже 35 грамм, нет, 50 грамм. Стоит он, помню, стоил года 3-4 назад в Ашане, он рублей по 30, потом 35-40. А в спортивных магазинах спортивного питания он стоит где-то 40-50, в Ашане он стоит где-то рублей 40. Он очень вкусный. Да, по вредности он примерно такой же, но по менее вредный. Здесь нет пальмового масла и прочей херни. Намного полезнее он. Доступнее, дешевле. И вкуснее, заметьте. Вот. Обзор на него можете посмотреть, на канале есть. Вот, если выбирать между ними, конечно, этот лучше. Его больше, вкуснее, менее вредный. Да? Это, конечно, на уровне что-то Сникерса. Примерно так. Ну, чуть-чуть получше. Вот. Что могу в заключение сказать? Ребята. Если вы худой эктоморф, очень худой, это для вас. 500 рублей коробка. Идете куда-нибудь в универ, на работу, в школу. Под гречки вкинули, куры, что еще там. И закинули батончик. Постоянно на ночь ешь. Другим категориям я не рекомендую. Общая оценка 3 балла из 5. 3. Он съедобный. Съедобный. Фруктовый. Конфетный. Но не скажу, что вкусный. А самое главное, не полезный. Помимо того, что состав ужасен. Всякой ерунды там навалом. Так, плюс белки, жиры, углеводы. Да? 5 грамм белка. 7 с лишним жиров и углей. Ну, не айс, ребята. Так что, но я оправдываю цены. 500 рублей дешево. Так что, ребята, 3 балла из 5. Рекомендую только эктоморфам, у которых нет денег. Школьным пацанам нормально, типа, студентам. Вот так не надо. В общем, Джион меня вновь разочаровал. Ну, стоило ждать за такие деньги. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих обзорах.